Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 20 июля. Святой преподобно-мученик Афанасий Брестский. Мученическая кончина святого страстотерпца Афанасия, игумена Брестского, последовала 5 сентября 1648 года, сведения о жизни и подвиге, помещенные в этот день. В течение 8 месяцев тело страдальца за православие лежало в земле без церковного отпевания. 1 мая 1649 года один мальчик указал братьям Брестского Симеоновского монастыря место погребения игумена. Земля, в которой был погребен мученик, оказалась временно принадлежавшей иезуитам, поэтому пришлось действовать тайно. Ночью иноки выкопали нетленное тело игумена и тотчас перенесли на другое место, а утром в свой монастырь, где спустя несколько дней 8 мая с честью погребли у правого клироса в главном храме монастыря в честь преподобного Симеона Столпника. Земная жизнь преподобного мученика Афанасия прекратилась, но память о нем всегда оставалась живой и священной среди православного населения западнорусского края. Глубоко чтилось здесь верующими его святое имя, а нетленные мощи святого преподобного мученика, положенные в медную раку, были прославлены благодатным даром чудотворений и привлекали громадное количество верующих. 8 ноября 1815 года во время пожара, происшедшего в Брестском Симеоновском монастыре, сгорела деревянная монастырская церковь, а медная рака, в которой хранились мощи преподобного мученика, расплавилась в пламени пожара. На следующий день после пожара уцелевшие частицы мощей были найдены священником Самуилом Лисовским и благочестивыми жителями города Бреста и положены под алтарем монастырской трапезной церкви. В 1823 году святые мощи по благословению архиепископа Минского Анатолия настоятель обители переложил в деревянный ковчег и поставил в церкви для поклонения. Богу нашему слава! Во веки веков! Аминь! Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.